Друзья, всем привет! Вы на канале Зарина. Меня зовут Вика, я фитнес-тренер, и сегодня мы с вами приятно растянемся, подготовив все тело к рутинным делам. С возрастом мышечное волокно теряет свою эластичность, поэтому я советую заниматься растяжкой регулярно, поддерживая гибкость всего тела. Будьте внимательны к ощущениям внутри себя, избегайте неудобных поз и не тянитесь до боли в мышцах. И если вы готовы, то я предлагаю начинать. В самом начале мы настроимся на практику с помощью дыхания. Мы будем делать на 4 счета глубокий вдох, затем на 4 счета задержим дыхание, также на 4 счета выдох и снова на 4 счета задержим дыхание. Это у нас будет один цикл, и таких циклов мы с вами повторим 4. Итак, я попрошу вас сесть удобно, расправить плечи и потянуться макушкой наверх. Сейчас можно прикрыть глаза и сконцентрироваться на потоке воздуха, который вы будете выдыхать в свое тело. Делаем глубокий-глубокий вдох на 4 счета. 4, 3, 2, 1, задержка дыхания, 3, 2, 1, и выдох, 3, 2, 1, задержка дыхания, 3, 2, 1, снова вдох, 3, 2, 1, задержка. 3, 2, 1. И выдох. 3, 2, 1. Задержка дыхания. 3, 2, 1. Снова делаем вдох. 3, 2, 1. Задержка. 3, 2, 1, выдох, 3, 2, 1, и снова задержка, 3, 2, 1, и последний цикл, вдох, 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 держим, и выдох, 3, 2, 1, задержка, 3, 2, 1. И можно сейчас открыть глаза. С помощью такой дыхательной практики мы помогли себе отвлечься от мыслей, от потока мыслей, которые непрерывно практически протекают в нашей голове. И мы настроили свой разум на урок. Делаем глубокий вдох. Наверху мы сцепляем руки в замок. Поднимаем плечи наверх к ушам, прижимаем их как можно ближе к голове и держим 10 счетов. 9, 8, замком из рук тянемся наверх, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустите плечи вниз от ушей, опустите лопатки. И понаблюдайте за тем, какая длинная стала у вас шея. Мы начинаем выполнять наклоны головы из стороны в сторону. Приятно вытягивая шею по бокам. Опустите правое ухо к правому плечу и противоположным плечом потянитесь к полу. 5, 4, 3, 2, 1. И наклон в противоположную сторону. Правым плечом теперь тянемся вниз. 5, 4, 3, 2, 1.
Снова возвращаем руки вперед, сцепляем их в замок на вдохе. Прогибаемся грудной клеткой, область сердца направляем наверх в потолок. И с выдохом полностью округляем спину, подбирая пупок вовнутрь. Еще раз вдох, ладони направляем наверх, плечо уводим назад. И с выдохом округляемся. Работает полностью весь позвоночник от копчика до макушки. Вдох наполняет вашу грудную клетку воздухом. И с выдохом мы округляемся и расправляем лопатки друг от друга. И еще раз вдох. С выдохом возвращаемся в нейтральное положение. Уводим замок из рук за затылок. И выполняем наклон в правую и левую сторону. Смещаемся только грудной клеткой, таз оставляя на месте. Одним локоточком тянемся вниз, другим наверх в потолок. И начнем уходить чуть глубже. Открываем уже сверху себя рукой. Опускаемся ближе к полу. И здесь можно подсгибать локоть опорной руки, добавляя вытяжение. Двигаемся на комфортной амплитуде, избегая неприятных ощущений. Мы остаемся в наклоне и теперь с выдохом ладошку пробуем опустить на пол, снова расправляя лопатки по сторонам, а со вдохом рука проскальзывает наверх и мы раскрываем плечо. Снова выдох, опускаем руку на пол, лопатки расправляем и со вдохом уводим плечо назад. И возвращаемся наверх, переходим в наклон в другую сторону. Также опускаем ладошку на пол с выдохом и со вдохом проворачиваем грудную клетку. Расправляем грудной отдел, направляем область сердца снова наверх в потолок. Накрываем рукой себя сверху, поднимаемся наверх и теперь сгибаем плечевой сустав. Правой лопаткой тянемся назад, а плечо подтягиваем к себе, чувствуя приятное вытяжение с правой стороны. Вытягиваем дельтовидную мышцу. 5, 4, 3, 2, 1. И меняем стороны. Теперь левое плечо мы подтягиваем к себе, а левой лопаткой тянемся назад. 5, 4, 3, 2, 1. И теперь обе руки ставим назад на пол. Со вдохом прогибаемся в грудном отделе, грудь направляя наверх в потолок. И дышим, направляя потоки воздуха в грудную клетку. Вдох. Чувствуем, как кожа натянулась у нас на груди. И расслабленный выдох. Снова вдох. И выдох. И еще раз вдох. С выдохом возвращаемся обратно. Сцепляем руки в замок. Оттягиваем замок из рук как можно дальше за себя. И опускаем живот к себе на бедра, приподнимая руки наверх. Полностью постарайтесь расслабить шею и голову, и лоб можно опустить на пол.
Замок из рук опускаем вниз, круглой спиной приподнимаемся наверх, принимая нейтральное положение. Со вдохом мы поднимаем обе руки наверх в потолок, с выдохом прокручиваясь через невидимую ось, которая проходит через макушку, центр грудной клетки и кости таза, мы проворачиваемся в сторону. Здесь делаем вдох и на выдохе рукой накрываем себя сверху, и левое плечо опускается к одноименному колену. Возвращаемся на вдохе в центр. И с выдохом проворачиваем корпус в противоположную сторону. Рукой, которая находится на бедре, можно себя докрутить. И на выдохе мы опускаем плечо на бедро, накрывая рукой себя снова сверху. На вдохе возвращаемся в центр. И последний раз вдох, с выдохом повернули корпус, запустили руку и вернулись в центр. Поставьте ноги перед собой чуть шире ширины плеч. Руки уведите назад. Начните смещать колени из стороны в сторону, мягко прокатывая ягодицы по коврику. Постарайтесь спину удерживать ровной. И понаблюдайте за ощущениями внутри тазобедренного сустава. С каждым разом старайтесь проворачивать колени все ближе к полу. И мы с вами добавим небольшое скручивание. Мы опускаем колени в сторону, закручиваем себя рукой. Ставим ладошки на пол и пробуем опуститься грудью к полу. Поменяем стороны. Закручиваем себя, опускаемся грудной клеткой к полу, чувствуя, как приятно вытягивается ягодица. Последний раз. Затем мы подтягиваем стопы к себе. Внутреннее ребро стопы у нас раскрыто, внешнее собрано. Как можно ближе к себе мы подтягиваем стопы, и задача здесь опустить колено так, чтобы почувствовать, как вытягивается внутреннее бедро. Можно вначале покачаться, посмещаться из стороны в сторону. Слегка попружинить коленями, но здесь мы помним, что находимся только в зоне комфортных ощущений. Мы раскрываем грудную клетку, грудину стараемся толкнуть вперед, а макушкой тянемся наверх. И теперь задержимся в статику на 10 счетов. 10 счетов мы будем стараться погрузить колени в коврик. Держим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Помогаем руками собрать колени. Отрываем таз и руки смещаем вперед. Стопы у нас находятся вместе, пятки на весу. Мы делаем вдох на выдохе. Пробуем опустить пятки на пол и выпрямить колени. Здесь будет работа в динамике. Мы будем то выпрямлять, то сгибать колени и голеностоп. Выдох, таз наверх. Вдох, отрываем пятки от пола и опускаем таз вниз. Выдох, таз наверх. И вдох вниз.
мягкое растяжение в области икроножных мышц, подколенных связок, задней поверхности бедра и ягодиц. Еще 4 выдох. 3. Два. Один. Оставляем таз наверху. Ноги ставим на ширину таза. Расправили буквально на 10 сантиметров их в стороны. И теперь правую ногу мы выпрямляем, левую сгибаем в колени. И правую прямую руку направляем наверх в потолок. У нас происходит скручивание в грудном отделе позвоночника. Взгляд мы направляем наверх за кистью руки. И теперь поменяем. Сгибаем правое колено, а левая рука и левая нога у нас остаются прямыми. Вдох. И с выдохом меняем. Если руки не достают до пола, воспользуйтесь какой-то возвышенностью и уже опирайтесь на нее. Правая рука наверху, правая нога прямая. Опускаем руку вниз, ноги гармошкой расправляем еще шире и разворачиваем корпус в правую сторону к правой ноге. Обе стопы мы направили вперед. И теперь заднюю ногу сгибаем в колени, выполняем перекат передней ноги на пятку, нога правая прямая, и с выдохом накатываемся обратно. Сгибаем колено задней ноги, уводим таз назад и отрываем правую стопу от коврика, натягивая ее на себя. 4, 3, 2, 1. Опустите правую ногу вниз, заднюю ногу выпрямите в колени, и теперь левой ногой мы толкаем себя вперед, накатываясь на впереди стоящую. С выдохом толкаем себя ногой вперед, и мы оказываемся практически в опоре только на правой ноге. С вдохом левая пятка опускается вниз. Снова выдох. Толкнули себя вперед. Вдох, опустились. Теперь смещаемся на правую ногу, руками делаем полшага вперед и пробуем заднюю ногу приподнять наверх, раскрыть бедро и согнуть колено. Нога остается наверху, и здесь поработайте с балансом, с равновесием. Можно попробовать оторвать руки и удержать корпус на правой ноге. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем руки вниз, подсгибаем правую ногу и делаем шаг назад. Левое колено аккуратно опускаем либо на пол, либо кладем под коленный сустав какую-то подушечку или одеяло. Приподнимаем корпус наверх, подкручиваем копчик вниз и теперь правым коленом скользим вперед. Выдох. Вышли в опору больше на впереди стоящую ногу и почувствовали, как вытягивается переднее левое бедро с подвздошно-поясничной мышцей. Держим 10, 9, 8. Сильная ягодица и таз подкручен. 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем руки вниз. Полшага делаем впереди стоящей ногой. И теперь снова подкрученным тазом опускаемся к коврику. Делаем вдох. На выдохе правой ногой толкаем таз обратно и стопа на себя. Снова выдох. Таз к коврику. Снова здесь делаем вдох. И со следующим выдохом тянем таз назад. Снова делаем вдох, выдох, таз вперед. Проталкиваем ягодицы, таз к коврику. И на следующем выдохе таз назад. И еще раз таз вперед. И назад. Мы добавим еще одно движение. Таз толкнем вперед. Правой рукой делаем круг. Хватаем себя за левую ногу. И на вдохе левая нога помогает грудной клетке раскрыться. Мы тянем ногой руку за собой. Опускаем ногу вниз. И снова на выдохе уводим бедро назад. Выпад. Правой рукой описываем полукруг. Левое колено согнули. Захватили себя за щиколотку. На вдохе потянулись назад, раскрыли грудной отдел. Вернули руку и увели таз назад, выпрямили правое колено. Еще два повторения. Теперь впереди стоящую ногу мы подгибаем под себя, выпрямляем заднюю, опускаем еще раз лопатки вниз и начинаем накатываться на правое бедро. Мы ищем вытяжение в области правой ягодицы. Если его здесь недостаточно, то можно пятку вывернуть от себя и здесь поработать уже более активно с мышцами ног. Мы накатываемся на правое бедро, находим центр тяжести посередине, делаем вдох и на выдохе вытягиваемся руками вперед, опускаем живот к себе на голень. 10 счетов, расслабляемся, направляя потоки воздуха вниз живота. 10, 9, 8. С каждым выдохом чувствуйте, как ваша спина стала мягче, руки длиннее, шея более расслабленная. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Руками помогаем подняться наверх. Заднюю ногу мы сгибаем в коленном суставе. У нас получается такая загогулина из ног. Здесь 90 и здесь 90 градусов. И мы начинаем отклоняться назад. Здесь у каждого будет свое комфортное положение. Подбирайте уже под себя. Мне нужно, чтобы вы нашли вытяжение по левой ноге, которое у вас будет начинаться от костей таза и до колена. Можно посмещаться, поискать оптимальный вариант для себя. И чтобы больше почувствовать переднее бедро, можно за левую ягодицу зажать и толкнуть таз вперед. Аккуратно приподнимаемся. Собираем ноги вместе, приподнимаем таз наверх, расправляем ноги гармошкой в разные стороны,
И теперь смещаемся влево. Направляем стопы вперед. Таз у нас закрыт. Мы теперь заднее колено сгибаем. Стопу левую отрываем от коврика и возвращаемся обратно. Здесь стараемся поработать с ровной спиной. И теперь начинаем правой ногой толкать себя в левую, выполняя перекат от пятки до носка. Здесь хорошо бы использовать кирпичики, кому они необходимы, чтобы руки можно было поставить повыше и работать более комфортно. Мы накатываемся на левую ногу, правую ногу приподнимаем наверх, раскрываем бедро и пробуем удержать себя 10 счетов, оторвав руки от коврика. Либо просто поставьте руки, здесь уже дело ваше. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем ногу вниз, подсгибаем колено и поднимаем корпус наверх. Здесь мы подкручиваем сразу же таз, с выдохом скользим коленом вперед, вытягиваем переднее правое бедро, подвздошно-поясничную мышцу с правой стороны, ягодицу зажали, держим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем корпус, шагаем ногой вперед. И теперь с выдохом, оставляя таз подкрученным, уходим в выпад. Набираем воздуха. И со следующим выдохом мы уводим таз назад, стопу натягивая на себя. Снова делаем вдох. На выдохе левое колено согнули, провалились тазом вниз. И затем выпрямили левую ногу в колени. Плечики внизу, ровная спина. И попробуем добавить еще одно движение. Мы проваливаемся тазом вниз, правая рука у нас в опоре, левая рука делает круг, захватывает стопу. На вдохе мы оттягиваем ногой грудную клетку назад, возвращаем руку и тянем таз назад. Хорошо, теперь левую ногу подгибаем под себя и начинаем смещаться вовнутрь, вытягивая ягодицу. Мы накатываемся теперь вовнутрь тазом, вытягиваемся руками вперед, опускаем живот к себе на голень
и дышим глубоко, направляя потоки воздуха в нижнюю часть живота. 10. Руки вытягиваем, вытягиваем шею. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Поднимаемся наверх. Заднюю ногу сгибаем до угла 90 градусов. Отклоняемся на пол. Опускаемся на предплечье. Можно остаться на прямых руках, но сместив вытяжение на правое переднее бедро. Правую ягодицу зажали и протолкнули таз вперед. Аккуратно возвращаемся. Аккуратно собираем ноги вместе. Встаем на 4 точки опоры. Кисти рук 4 пальцами вращаем вовнутрь. Руки ставим на ширину коврика. И теперь, подсгибая оба локтя, мы прогибом опускаемся вниз, стараемся грудной клеткой коснуться пола, с выдохом округляем полностью спину, натягивая мягкие ткани. Снова вдох, коснулись грудной клеткой пола. Выдох, округлились. Еще 2 раза. Вдох. Выдох. И последний раз вдох. С выдохом мы округляемся. И теперь грудной клеткой постараемся нарисовать круг перед собой. Поочередно подсгибая локти, смещаясь от одной стороны в другую. Внизу мы прогибаемся, сверху округляемся. И в другую сторону поменяйте направление. Находим центр. Левое предплечье опускаем на пол. Правую руку тянем в диагональ, оставляя таз над коленями. Мы проваливаемся правой подмышкой вниз, вытягиваем грудную мышцу. 5. Дышим глубоко. 4. 3. 2. И смена. Правое предплечье вниз, левая рука в стороне. На выдохе левой подмышки потянулись вниз. За рукой тянемся вперед. Толкаем себя наверх. Уводим таз назад на пятки. Обнимаем себя сзади. Расслабляем спину. Шейный отдел позвоночника, плечи. И медленно раскручиваемся наверх. Друзья, если вам понравился этот комплекс, поддержите это видео лайком и обязательно подпишитесь на канал для того, чтобы не пропустить новую тренировку. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео.